Ну что, Жень, зашли за команду в лоу-дивизионе, но зашли не с победой. К сожалению, досадное поражение с минимальным разрывом. Что скажешь вообще по игре? Ну, не, игра очень хорошая, очень понравилась, эмоциональная игра. Могу сказать так, то, что, опять же, похожая ситуация, как у нас была в Далласе против Филадельфии. Нам не повезло, там, на самом деле, довольно-таки спорный фол, там, в Никиту врезался чувак просто, там, ну, такой, как бы, знаешь, на усмотрение судьи, как так называется. А так, Майами молодцы, такая волевая команда, 10-й номер у них очень много трех положил. Нас защита подкачала во второй половине, не держали трешку, когда должны были это делать очень так упорно. Твое присутствие в Сакраменто, как и Никита Долгова, это... Ну, у Никиты уже второй матч, а у тебя первый. Это разовая акция? Нет, я думаю, нет. Я как бы буду стараться приезжать на игры Сакраменто. Все-таки игровая практика в связи с тем, что я много работаю и не могу играть на буднях. Вот мне как один плюс один игровой день в неделю. Ну, тогда повысить результативность команды и удачи в следующих играх. Спасибо.